Так, сегодня 16 марта 2014 года. Харьков. Пока у нас освещение более-менее. Еще разок сниму панораму. Хоть и пасмурно, 39 минут, 14:39. Но при ветре 10 метров в секунду никаких тебе смогов, никаких тебе туманов. Вот тебе на, только сказал снег, значит, у нас снег, спорадический снежок. Сан-Сити, да? Ну, по-моему, хорошо будет видно. Яркое солнце, может, даже и хуже было бы. Барабашова. Это у нас Салтовская. Труба Салтовской котельной. Просто ради интереса увеличить, приблизить, насколько больше, насколько ближе получается. Так, храм Матроны Московской. Ну, перманентное строительство. Это наши 24-этажки. Старая и новая еще, незаселенная. Обшивают, утепляют. Не помню, кого это, храм это на Героев Труда улица.